Сегодня в почтовое обращение вышли 5 марок, посвященные 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре. В дизайне использованы почтовые миниатюры, выпущенные еще в Советском Союзе, к проведению Всемирных фестивалей молодежи в Москве, причем дважды, а также в Берлине, Гаване и Пхеньяне. Спецвыпуски, как правило, привлекают филателистов и гостей города, которые именно как память о том, что они находились в городе Сочи и в определенный момент. Сегодня проводится гашение штемпелем первого дня. То есть на данном штемпеле будет указана сегодняшняя дата, которая вот, в принципе, и является для филателистов знаковым. Почтовые марки размером 5 на 5 сантиметров, номиналом 35 рублей, изданы тиражом 60 000 экземпляров каждая.